Ян Майзер, вот наш берлинский чемпион, чемпион мира среди юниоров. Ян, вот все-таки ты как человек профессионал бокса, твое мнение вот про бой Кличко-Фьюри, как ты думаешь, вот будет его реванш в этом году? Ну да, я думаю, да, я бы этого хорошо бы было бы, если бы этот бой был, я бы его хотел бы посмотреть, это хороший бой будет, потому что я знаю, что Кличко себе все бойцы назад заберет. Думаешь, что он фаворит в этом бою? Да, я думаю, что он еще сейчас лучше будет и знает, как боксоваться будет. А что в первом бою не получилось? У него как бы не удалось дистанцию найти, как бы. Ну да, он дистанцию не нашел, и первый раз это было, что один человек больше, чем он был, это тоже первый раз, знаете, тяжело всегда. И так, я думаю, он сейчас знает, как он боксуется и будет лучше делать.